Маш, а с чего вы все время ходите в черном? Вот. Это травка моей жизни. Я несчастна. А от чего? Не понимаю. Вы здоровы. А отец ваш, хоть и не богат, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего 23 рубля в месяц, да еще вычитают с меня в меритуру. Однако же я не ношу траура. Вот. Дело не в этом. Бедняк может быть счастлив. А это теория. А на практике выходит так. Я, да мать, да две сестры и братишка. А ведь если пить надо, надо. Чаю да сахару надо, надо. Табаку надо, надо, вот тут вертись. Скоро спектакль начнется. Что, простите? Скоро спектакль начнется. А, да, играть будет Заречная. А пьеса сочинения Константин Гаврилович. Они влюблены друг в друга, и сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ. У моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас. Не могу от тоски сидеть дома. Каждый день хожу 6 верст пешком сюда и 6 обратно, а встречаю один лишь индифферентизм с вашей стороны. Это понятно. Я без средств, семья у меня большая. А кому охота выходить за человека, которому и самому-то есть нечего? Пустяки. Ваша любовь трогает меня, но я не могу отвечать вам взаимностью. Вот и все. Табаку? Не хочется. Душно. Должно быть, ночью будет гроза. Вот вы все философствуете или говорите о деньгах. По-вашему, нет большего несчастья, чем бедность. А по-моему, в 1000 раз легче ходить в лохматьях и побираться, чем... Впрочем, вам не понять этого, и я не свина. Мне, брат, деревни как-то не того. Непонятная вещь, никогда я тут не привыкну. Осторожно. Вот вчера вечером лег в 10, а сегодня утром проснулся в 9 с таким чувством, как будто у меня от долгого спанья мозг прилип к черепу. А вот после обеда я нечаянно опять уснул. И теперь я весь разбит, испытываю кошмар в конце концов. Да-да-да, дядя, тебе нужно жить в городе. Так. А видишь, теперь нельзя здесь уходить, и когда начнется, мы вас позовем. Мария Ильинична, будьте добры, попросите вашего папашу, чтобы он приказал отвязать собаку, а то он навоет. Сестра опять всю ночь не могла уснуть. Да. Ну вот опять всю ночь будет выть собака. Да. Странное дело, я никогда не любил приезжать в деревню. Бывало, возьмешь отпуск на 28 дней и приедешь сюда, чтобы отдохнуть, и все. Но здесь тебя так достанут всяким вздором, что с первого же дня хочется вон. Я всегда уезжал отсюда с удовольствием. Да. Ну а теперь я в отставке, никуда не денешься. Хочешь, не хочешь, а живи. Это Константин Гаврилович. Ты что? Паца, пойдем! Хорошо, хорошо, только чтобы через 10 минут были на местах, понятно? Слушай, като, что биря, что каминя, кумира, кардия. Вот тебе и театр. Театр. Декораций никаких? Никаких.
пустое пространство. Пустое. Открывается вид прямо на озеро и на горизонт. Это же великолепно, mm-hmm. Да? Заречный базарик проходит весь свет. Пора бы ей уже быть. Эти замочки стерегут ее, и выбраться из дома так же трудно, как и стерегут. Голова у тебя взлохмачена. А ну. Постричь тебя надо, что ли, дядя? Это трагедия моей жизни. У меня и в молодости-то была такая наружность, будто я запоен. Все. Да. Меня никогда не любили женщины. Да. А чего сестра не в духе? А? Чего? Скучаю. Ревнует. Ревнует она уже против меня и против спектакля, и против моей пьесы, потому что не она играет, а заречь. Да, она не знает моей пьесы, а уже ненавидит. Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. Психологический курьез, моя мать. Я, конечно, бесспорно талантлива, умна. Способна рыдать над книжкой, а хватит Некрасова всего наизусть. За больными ухаживает, как ангел. Но попробуй похвали при ней бузы. Ого-го! Где там? Надо хвалить только ее одну. Нужно писать о ней, кричать, восторгаться ее необыкновенной игрой в ляда о камеле или в чат жизни. А так как здесь в деревне нет этого дурмана, то вот она и злится, и все мы враги, все мы виноваты. И к тому же она суеверна. 33 с мечей, 13 число. Она скупа. В Одессе в банке 70 тысяч. А ты попробуй попроси у нее взаймы. Во! Она ставит плат. Ты вообразил, что твоя пьеса не понравится матери, и уже волнуешься, и все. Успокойся, мать тебя обожает. Так. Любит? Не любит? Любит. Моя мать меня не любит. Конечно, конечно, ей хочется жить и любить, носить светлые кофточки. А мне уже 25 лет. И я постоянно напоминаю ей, что она уже не молода. Когда мне нет ей 32 года, при мне же 43. И за это она меня ненавидит. И к тому же она знает, что я не признаю театра. Она любит театр. Мне кажется, что она служит человечеству, святому искусству. По мне, дядя, современный театр — это рутина и предрассудок. Когда открывается занавес, и в комнате при вечернем освещении эти великие таланты, жрецы святого искусства, изображают. Изображают, как люди едят, пьют, ходят, носят свои пиджаки. Когда из пошлых картинок красками пытаются выбить мораль. Мораль маленькую, удобно понятную, полезную в домашнем обиходе. Когда тысячи вариаций мне поносят, одно и то, что я бегу. Я бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью. А без театра, по-моему, нельзя. Дядя, ну, нужен же новый фон. Что-то, я не знаю. Новый фон нужен. А если их нет, то вообще ничего не надо. Дядя, да? Я люблю мать. Я люблю мать! Потихо. Не, сильно люблю, но она же ведет бестолковую жизнь. Вечно носится со своим билетистом. Имя ее постоянно треплет в газетах, и это меня просто утомляет. Да, иногда она мне говорит эгоизм обыкновенного смертного, и мне бывает жаль, что моя мать известная активист. И будь она обыкновенная женщина, я был бы намного счастливее. Не, а что? А что? А что может быть глупее отчаяние положения? Бывало, в гостях у нее соберутся сплошь одни знаменитости. Артисты, писатели, поэты, литераторы. И среди них всех один я, ничто. Конечно, а кто я? Что я? Вышел с третьего курса университета по обстоятельствам, как говорится, от редакции независящим. Талантов ноль, денег ни гроша, по паспорту киевский мещанин. Ведь мой отец был киевским мещанином, хотя был известным актером. Так вот, дядя, когда все эти великие таланты обращали на меня свое милостивое внимание, мне казалось, что своими взглядами они измеряли мое ничтожество. Да, дядя, я угадывал эту мысль, а сам страдал от унижения. Кстати, скажи, пожалуйста, вот, а что за человек этот билетрист?
Ведь не поймешь его, если все молчит. Умный, простой, немного меланхоличный. 40 лет будет еще не скоро, уже сыт, знаменит. По горло. А что касается его описания, то... Мило, талантливо, но после Толстого или Золя не захочешь читать. Трехорина. А я, брат, люблю литератора. В молодости я хотел двух вещей. Хотел жениться и хотел стать литератором. Но не вышло ни то, ни другое. Да. В конце концов, и маленьким литератором приятно быть. Я не опоздала. Конечно, я не опоздала. Нет, нет. Я весь день беспокоилась. Мне было так страшно, я боялась, что отец не отпустит меня. Но сейчас они с мальчиками уехали. Красное небо, луна уже начала подниматься, и я гнала, гнала. А глазки у нас, кажется, заплаканные. Ай-яй-яй. Дядя. Нехорошо. Дядя. Да, это так. Видите, как мне тяжело дышать? Через полчаса я уеду, нужно торопиться. Да, все, все, дядя, пора идти звать всем. Все. Я схожу, да. Я схожу. Вот помню, как-то раз в молодости я запел, а один товарищ прокурор мне и говорит: «А у вас, ваше превосходительство, сильный голос!» Потом помолчал, подумал и добавил: «Но противный!» Я иду. У Ира такая! Отец и мачеха не пускают меня к вам, говорят, что здесь богема, боятся, как бы я не ушла в актрисы. Он меня тянет сюда, к этому озеру, как чайку. Мое сердце полно вами. Мы одни. Я. Яша. Сюда. Так, все. Ой. Так, все, я люблю вас. Яша. Так, быстро. Раз. С Богом! Все. Пошли! Все, Яша. Константин Гаврилович, ваши песни очень трудно искать, мне мало песни, она только чисто. И вообще, мне кажется, в ней должна быть Лет 10-15 тому назад, вы помните, во всей губернии я был единственным порядочным акушером. Затем всегда я был честным человеком.
О, Господи! Евгений, пожалуйста, человек! Прошу терпения. Мой сын, ты отче обратил мне внутрь души, я увидела ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах. Нет спасения. Для чего же ты поддалась пороку? Любви искала бездне преступления. Мы начинаем! Да, мы начинаем. О, вы! Почтенные старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас! И пусть мы увидим, что будет через 200 тысяч лет. А через 200? Да подождите у меня. Через 200 тысяч лет ничего не будет. Так вот, пусть изобразят нам это. Ничего. Пусть. Мы спим. Спим. Тела всех живых существ исчезли в прахе, и вечно
душ их слились в одну. Ты что робишь, ты? Общая мировая душа – это я! 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 Я только что обрати конец. Мама! Да. Мама! Я одинока. Раз в 100 лет я открываю уста, чтобы говорить, но мой голос в этой пустоте звучит уныло. И никто не слышит! Никто не слышит. Никто. Как пленник, брошенный в пустой глубокий колодец. Я не знаю, где я и что меня ждет. В этом мире не скрыто лишь одно, что в упорной борьбе с моим главным противником, дьяволом, отцом материальных сил, мне суждено победить. Когда материя и дух соединятся в вечной гармонии и наступит царство мировой воли. Но это будет через много тысячелетий, а пока... Ужас! 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 Это все так, да? Да. А, эффект? Да, эффект. Это так нужно писать? Да. Эффект, эффект. Вот, приближается мой могучий противник, дьявол. Он скучает без человека. Вы что, сняли шляпу, наденьте, а то простудитесь. Это доктор снял шляпу, как дьявол, отсутствие на тень. Так, все! Все, я сказал, пьеса кончена. Все, все, Яша, давай, домой, давай, домой, все. Нет, отпусти. Домой, я сказал. Все, хватит, я сказал, кончена пьеса, все. Извините, извините меня. Я выпустил из виду, что писать пьесу и играть на сцене. Могут не многие избранные, простите. Я нарушил монополию, извините. Что это с ним? Ирина, нельзя же, матушка, так с молодым самолюбием. Да. Подождите, я ему что-то сказал? Что я ему сказал? Ну все же, ты обидела его. Подождите, он сам предупредил, что это шутка. Я относилась к его пьесе как к шутке. Это шутка, господа. Теперь оказывается, что он написал великое произведение. Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Он устроил весь этот спектакль не для шуток. Это не для шуток. Это для демонстрата. Ему захотелось поучить нас, господа. Как нужно играть? Как надо играть? Что нужно писать? В конце концов, становится просто... Это просто скучно. Да. Постоянные вылазки после меня. Эти штрихи! Воля ваша. Обидят кому угодно. Капризный, самолюбивый мальчик. Хотел доставить тебе удовольствие. Да. Однако он не выбрал какой-нибудь обыкновенной пьесы, а заставил нас прослушать этот дегадянский бред. Это же бред! Это бред! Я ради шутки. Я же готова слушать бред. Ну, готова слушать бред. Ну, это плетение зимы на новые формы. Это новая эра в искусстве, да? По-моему, никаких тупых форм нет. Это просто дурной характер. Каждый пишет так, как хочет и как может. Да пусть он пишет, как хочет и как может. Пусть он меня оставит в покое. Юпитер, ты сердце... Я не Юпитер. Я женщина. Я не сержу. Я сержу. Нет, я могу.
сказал, что досадно, что молодой человек так скучно проводит свое время. Я не хотела его обидеть. Помните, Ирина Николаевна, права! Права! Никто, никто не имеет права отделять дух от материи, потому как самый дух есть возможность совокупность материальных атомов. Вот! И знаете ли вы, вот написать пьесу и поставить на сцене о том, как живет наш брат учет, ой, учитель, трудно живется, трудно, вот. Сядь! Это справедливо, но не будем говорить ни о пьесах, ни об этом. Господа. Ну, смотрите, какой вечер славный. Так хорошо. Хорошо. Слышите? Да. Господа. Вы? Зверей. Рогатые олени. Ну, чаю мне жизнь. Странно встретились, странно разойдемся с улыбкой нежной. Роман нашло, если иногда бросится, то скажем это. Знаете, господа, здесь раньше музыка и пение слышались каждую ночь. Тут на берегу пять помещичьих усадеб, я помню, что стрельба, крики, все романы, романы. Главным виновником всех этих романов был... Нет, нет, сядь. Евгений Сергеевич. Он иногда был очаровательным, но сейчас прямо неотразимо. Однако у меня начинает мучить совесть. За что я его обидела? Моего бедного мальчика. Он как-то непокойно. Костя! 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 Господа, я позову. Да, пожалуйста, милая. Константин Гаврилович! Ау! Нет, я непокойна. Браво! Браво! Браво, браво, браво! Мы любовались с такой наружностью, таким чудным голосом. Грешно сидеть в деревне. У вас должно быть талант. Вы обязаны поступить на сцену. О, это моя мечта, но она никогда не осуществится. Как знать его, позвольте представить вам Григорин Борис Алексеевич. Я так рада. Я все время вас читаю, вот постоянно вас читаю. Не надо конфликтов. Он смеет, но у него такая простая душа. Видите, он же сам уже, ну, сконфузился. Ну. Скажите, не правда ли странная пьеса? Я ничего не понял. Впрочем, смотрел я с удовольствием. Вы так искренне играли, и декорация была прекрасная, да. Прекрасная декорация. Я люблю удить рыбу. Должно быть, в этом озере много рыбы. Для меня нет больше наслаждений, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок. Я думала, что если человек испытал наслаждение от творчества, то для него не существует других наслаждений. Нет, не говорите так. Не говорите ему так. Когда ему говорят хорошие слова, он запаривается. А ночью в Москве в оперном театре знакомитый Сильва взял нижайшее до. А он на галерее сидел у вас из наших синодальных певчих. И вы можете отшить наше удивление, когда мы чуем «Браво, Сильва, целая октава нижей!» Вот так «Браво, Сильва!» тоненьким басочком. Весь театр так и замер. Ну,
не ангел пролетел. Мне пора домой. Куда так быстро? Мы вас не отпустим. Останьте. Нет, простите, меня папа ждет. Ну, останьте хоть на час. Ну, как жаль. Нет, правда, если бы вы знали, как мне не хочется уезжать, ну, правда. До свидания. Прошу вас, останьтесь. Ну, что вы правы? Простите, Петр Николаевич, до свидания. Пожалуйста. Вас бы проводил кто-нибудь. Несчастна в сущности девушка. Говорят, ее покойная мать завещала все свое громадное состояние, все до копейки отцу, а он уже в свою очередь завещал всю свою вторую дочь к тому же нет. Поэтому девушки нет ни гроша. Это смотри. Да, ее папаша порядочная таки скотина, надо. Господа! Пойдемте-ка в дом, становится сыр, у меня ноги болят! Ой, старик зачетный! У меня ноги болят! Илья Афанасьевич, сейчас лишь опять войдет эта собака! Прикажите отвязать ее! Ой, что ой! У меня ноги болят! У меня ноги болят! Пойдем! Нет никого. Я здесь. Я по всему парку ищет Машенька. Честное создание. Константин Гаврилович, мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какая-то, и конца я не видел, и все же впечатление сильное. Вы талантливый человек, вам надо продолжать. Я что хотел сказать, вы выбрали сюжет из области отвлеченных идей, так и следовало. Потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно. Как вы бледны. Так вы говорите. Продолжать. Да. Ну, изображайте только важное и вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразной, со вкусом. Я доволен, но если бы мне удалось пережить тот подъем духа, который бывает у художника во время творчества, мне кажется, я презирал бы свою материальную оболочку, все, что этой оболочке свойственно, и уносился куда-нибудь от земли подальше, в высоту. Я думаю, а где залечь? И вот еще что. Его произведения должны иметь ясную, определенную цель. Вы должны знать, зачем вы пишете. Иначе, если вы пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то... Вы заблудитесь, и ваш талант погубит вас. А где Заречная? Она уехала домой. Жаль. А я поеду. Доктор, вот правда, я поеду. Спасибо вам большое, доктор. Успокойтесь. Константин Гаврилович, идите в дом, там ждет ваша мама, она непокойна. Машечка, скажите ей, что я... Уехал. Я уехал. Все. И прошу вас, пожалуйста, ну не ходите со мной. Ну, вот честное слово, ну не ходите. Ну, не, нельзя так, нехорошо, друг мой. Молодость. Да нечего больше сказать. Как говорят, молодость. В доме играют, похоже, пора идти в дом. Я хотела еще раз вам сказать. Сейчас. Мне надо с вами поговорить.
в чем дело? Я не люблю своего отца. Но к вам лежит мое сердце. Я почему-то всей душой чувствую, что вы мне близки. Вот. Это... Помогите же мне. Помогите, а то я сделаю глупость. Я насмеюсь над своей жизнью. Испорчу ее и это... Чем больше же я не могу. Чем же я могу помочь? Я не знаю, что. Я страдаю. Никто не знает моих страданий. Я люблю Константина. Для светских людей была вам тиранница, да, привлекать их к себе.
тебе так же опасно, как лопата. Чего? Разумеется, для светских людей половать романистов привлекать их к себе так же опасно, как лопастнику воспитывать крыс в своих амбарах. Между тем их любят, и так, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполонить, она осаждает его посредством комплиментов, любезности, уважения. У французов может быть, да, но у нас никаких программ, ничего подобного. У нас женщина, прежде чем заполонить писателя, она уже сама в него влюблена по уши. Ну зачем далеко ходить? Возьмите, например, меня и Трифонина. Ну да. Господа! 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 Алле! Оп! Алле! Оп! А у нас радость! Радость! Отец и мать уехали в Тверь, и теперь мы свободны на целых 3 дня. Я так счастлива, я теперь полностью принадлежу вам. Она сегодня красивая. Да? О, нарядная, интересная. За это умница. Но давайте не будем слишком хвалить, а то можно сбавить. А где Борис Алексеевич? А он в Полиной будет. Как ему не надоест. А что это вы делаете? Мопассан. На воде. Нет. Да? Нет, не интересно. И неверно. Скажите, а что с моим сыном? С сыном моим что? С Константином говорит, что он целый день так суров, и я его почти не вижу. Из-за того, что он все время проводит на озере, что с ним? Пера спера адастра. А что, 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 что? Пераспера адастра. Через термин к звездам. Константин Гаврилович нехорошо не души. Прошу вас, прочтите из его книги. Ну вы хотите? Это ж так неинтересно. Когда он сам что-нибудь читает, то у него глаза горят, лицо становится бледным. У него прекрасный, печальный голос и манеры, как у поэта. От чего ты не лечишься, ты думаешь? Да я рад бы лечиться, да вот доктор не лечит. Лечиться в 60 лет? И в 60 лет жить хочется. Ну, принимайте валерьяновые капли. На и воды мы тебе поехать, Петрушка. На воды, на воды. Что ж, можно поехать? Можно. Можно и не поехать. Вот и поехали. Что ж тут понимать, и так все ясно. По-моему, Петру Николаевичу следует бросить курить. Это пустяки. Нет, не пустяки. Вино и курение обезличивают. После сигары или рюмки водки вы уже не Петр Николаевич, а Петр Николаевич плюс еще кто-то. У вас расплывается ваше «я», и вы уже относитесь к самому себе, как к третьему лицу. Он. Вы рассуждаете, как сытый человек. Вы пожили на своем веку, а я 28 лет прослужил по судебному ведомству. И еще не жил. Я еще ничего не испытал. И, понятное дело, мне очень хочется жить. Вы сыты и равнодушны к жизни, и потому склонны к философии. А я хочу жить, и потому пью за обедом херес и курю сигары. В конце концов. Вот и все. Надо относиться к жизни серьезно.
А лечиться в 60 лет, жалеть, что в молодости мало наслаждался, это, извините, легкомыслие. Завтракать пора. Должно быть. Пойдемте. Сейчас пойдет и перед завтраком дверь умочки пропустит. Личного счастья нету, бедняжки. Пустое ваше превосходительство. Вы рассуждаете, как сытый человек. О, господа. Жарко, тихо, никто ничего не делает, все только философ мою. Так с вами хорошо. Так приятно вас слушать. Знаете, сидеть у себя в номере и учить ролик намного приятнее. Да-да-да, хорошо, я вас так понимаю. Конечно, в городе лучше. Сидишь себе в кабинете, лакей никого без докладу не пускает, телефон. Опять же, извозчики за окном грызли. Выходи. Паша, я добрый день. До... Рад вас, в добром здоровье. Пуста. Вот. Садай. А ваша жонка говорит, что вы с ней в город собираетесь. Это правда? Вы с ней в город. Ага. Вы с ней? Да, мы собираемся. Собираетесь? Да. Так это добро. Это добро, добро. А на чем поедете? Ну, на чем поедете? У нас жито возят, и работники все занятые. Да, вот. Я почем знаю, на чем. Ну, на каких конях? На же выездные есть. Что? Выездные есть. Выездные. Так я где кому ты возьму? Я должна ехать, да? А кому-то у него? Я ехать должна. У нас жито будет. Поважана, я вы ничего не разумеете в господарстве. Поважана. Это старая история. Нет, поважана. В таком случае. Сейчас же вы наймете мне лошадей в деревню, иначе я уйду на станцию пешком. Поважанная, не мне треба, я сам пойду. Если вы, конечно, меня понимаете. Я разумею. Уйду на станцию. Я разумею, поважанная, что пешком. Я пойду пешком, а вы шукаете иншага, управляющего. Я туда стреляюсь. Ноги мои и дома черемонят. Каждое лето. Это нахальство в конце концов! Ну сколько можно? Ну подайте сюда всех же лошадей! Сейчас же! Ну всех лошадей подайте! Я сказала Елене Николаевне, это... вы не те артистки! Да разве ее капризы? Это желание тщательно! Не возьми это... вашего хозяйства! Ну что я могу возить, моя башня? Что я могу? Пойдемте, прошу вас, ну говорим ей, чтобы она не уезжала. Пойдемте! Невыносимый человек! Деспот! Деспот! Он деспот! Ириша! Люди скучны. В сущности, следовало бы вашего мужа отсюда в шею. А все кончится тем, что эта старая баба Петр Николаевич, его сестра, попросит у него прощения. Вот увидите. Он на выездных лошадей попал в поле. Каждый день такие недоразумения. Если бы вы знали, как это волнует меня. Я так устала от его грубости, господарка. Я заболеваю, даже я вся дрожу. Евгений. Дорогой. Ненаглядный. Возьмите меня к себе. Мы уже не молоды. И хоть ну, конец жизни нам не прятать, не лгать. Мне 55 лет. Уже поздно менять свою жизнь. Я знаю.
вы отказываете мне, потому что кроме меня есть другие женщины, которые вам близки. Взять всех к себе невозможно, я понимаю. Простите, я надоела вам. Да нет, нет, ничего. Я страдаю от ревности. Я понимаю, вы доктор. Вам нельзя избегать других женщин, но я понимаю. Ирина Николаевна плачет, а у Петра Николаевича астма. Да. Пойти всем дать валерьяновых капель. Здорово. Слава кота. Какие миленькие цветочки. Сегодня эту чайку кладу у ваших ног. Что с вами? Тоже таким же образом я убью самого себя. Я не знаю вас. Да? С тех пор, как я перестал узнавать вас. Вы изменились ко мне. Взгляд ваш холоден. Мое присутствие стесняет вас. Вы в последнее время стали очень раздражительны. Вы все выражаетесь какими-то символами. И вот эта вот чайка, по-видимому, тоже символ. Но простите, я слишком проста, я вас не понимаю. Это началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают успех, да? Я все ждал. Все до последнего клочка. Ваше охлаждение страшно. Невероятно. Вот я проснулся и вижу вот это вот озеро. Высохло или утекло в землю. Так что вы там сказали, да? Что слишком просты, что понимать, да? Понятно. А что понимать? Ну что понимать? Пьеска не понравилась, да? Ну то есть это этим несложным, заурядным каких-то много, да? Это я понимаю. Это я хорошо понимаю. Вообще, в голове у меня точно гвоздь. Мы тут проклят вместе с моим самолюбием, которое сосет. Сосет мою кнопку. Змея! Вот идет истинный талант. Ступает как Гамлет. Слова, слова, слова.
это солнце еще не подошло к нам, а вы уже растаяли в его лучах. Ну что ж, не буду мешать вам. Нюхает табак и пьет водку. Всегда в черном. Ее любит учитель. Здравствуйте, Борис Алексеевич. Здравствуйте. Обстоятельства неожиданно сложились так, что мы сегодня уезжаем. Мы с вами едва ли еще увидимся когда-нибудь, а как? Мне приходится не часто встречать молодых девушек, молодых неинтересных. И оттого у меня в повестях и рассказах молодые девушки обыкновенно фальшивы. Я бы хотел хоть один час побыть на вашем месте, чтобы узнать, как вы думаете и вообще, что вы за штучка. А мне бы хотелось оказаться на вашем месте. Зачем? Чтобы узнать, как ощущает себя известный человек, как чувствуется на эта известность. Как? Должно быть никак. Об этом я никогда не думал. Что-нибудь из двух, или вы преувеличиваете мою известность, или же она вообще никак не ощущается. А если читаете про себя в газетах? Когда хвалят приятно, а когда бронят, то потом два дня чувствуешь себя не в духе. Ой, чудный, чудный мир. Если бы вы знали, как я вам завидую. По себе людей различен. Одни всю жизнь влачат свое несчастное существование. Они серые, похожи друг на друга. А вы один на миллион. Вам была жизнь интересная, полное значение. Вы счастливы. Секундочку. Борис Алексеевич. Да. Спасибо. Вы очень молоды и очень добры. Ваша жизнь прекрасна. Что же в ней особенно хорошего? Я должен сейчас идти и писать. Извините, мне некогда. Впрочем, вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль. Мозоль мою самую любимую наступили. Мозоль мою. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни. Ну, с чего начнем? День и ночь. День и ночь одолевает меня одна неотвязная мысль. Я должен писать, я должен писать, я должен. Едва только кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью. Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что ж здесь светлого и прекрасного, я вас спрашиваю. Я ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове. И спешу скорее запереть эти фразы и слова в свою литературную кладовую. А вот пригодится. Когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу, тут бы отдохнуть, забыться. А нет! В голове уже ворочается тяжелое чугунное ядро. Новый сюжет, новый сюжет. И так всегда, всегда нет мне покоя от самого себя. Я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю какому-то пространству, я отбираю путь с лучших своих цветов, рву самые цветы и торчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие, знакомые держат себя со мной, как со здоровым? Что подписываете? Чем вы спадаете? Одно и то же, одно и то же. Все годы, молодые, лучшие годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Маленький писатель, особенно когда ему не везет, чувствует себя неуклюжим, неловким, нервы у него напряжены и сдерганы. Я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он представлялся мне недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики. И когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне всякий раз казалось, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. Как это ужасно! Какое это было мучение! Простите, но разве самый процесс творчества не давал вам этих прекрасных, счастливых минут? Да, когда пишу приятно, и корректуру читать приятно, но едва только вышло, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, что это ошибка, что его не следовало бы вовсе писать, а публика читает, да. Да, мило, талантливо, мило, но далеко до Толстого. Или... прекрасная вещь, но отцы и дети Тургенева лучше. И так до гробовой доски все будет только мило и талантливо, мило и талантливо, больше ничего. Как умру знакомый, проходя мимо могилы, будут говорить, здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но писал хуже Тургенева.
Простите, я отказываюсь вас понимать. Мне кажется, вы просто избалованы успехом. Каким успехом? Каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Я люблю вот эту воду, деревья, небо. Я чувствую природу. Она возбуждает во мне страсть. Непреодолимое желание писать. Но ведь я не пейзажист только. Я ведь еще и гражданин. Да, я люблю родину. Я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе. Об его страданиях, об его будущем и прочее, и прочее. Я говорю обо всем. Я спешу. Меня со всех сторон подгоняют. Сердятся. Я мечусь из стороны в сторону, как лисица, загнанная псами. Я вижу, что жизнь и наука уходят все вперед и вперед, а я все отстаю, как мужик, опоздавший на бой. И в конце концов понимаю, что я умею писать только пейзаж. А во всем остальном я фальшив до мозга костей. Борис Алексеевич, пусть вы не нравитесь себе, но для других вы велики и прекрасны. Вот если бы мне выпало счастье быть такой писательницей, как вы, я бы всю свою жизнь отдала толпе, но понимала, что ее счастье только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице. Ну, на колеснице. Агамемнон я, что ли? Это такое счастье, как быть великой писательницей или актрисой. Я бы перенесла все, мне любовь близких, нужду. Я бы жила под крышей, ела бы черный хлеб. Но за это я бы потребовала славы. Шумной великой славы. Ой. Голова закружилась. Борис Алексеевич! Меня зовут. Должно быть, укладываться. Не хочется уйти, что и благодать какая. Хорошо. А вы видите на том берегу дома сад? Да. Я там выросла, это усадьба моей покойной матери. Я знаю на ней каждый уголок. Хорошо у вас тут. А это что? Это чайка. Константин Гаврилович убил. Красивая птица. Правда, не хочется уезжать. Буду говорить, Каэлине Николаевне остаться. А что это вы пишете? Так, записываю. Сюжет мелькнул. Сюжет для небольшого рассказа. На берегу озера с детства живет молодая девушка, такая как вы. Любит озеро, как чайка. И счастлива и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и, от нечего делать, погубил ее, как вот эту чайку. Борис Алексеевич, что где вы? Сейчас, что? Мы остаемся.
вам рассказываю, как писателю. Может, как по совести. Если бы он ранил себя серьезно, то я не стала бы жить ни одной минуты. А все-таки я храбрая взяла и решила вырву эту любовь из своего сердца. С корнем вырву. Каким же образом? Замуж выхожу. За Медведенко. Это за учителя? Да. Не понимаю, какая надобность. Как? Не жить безнадежно. Целые годы все ждать чего-то. А выйду замуж. Будет уже не до любви. Новые заботы заглушат все старые. И все-таки, знаете, нет. А не повторить вина. А немного ли будет? Немного. Вы не смотрите на это. Женщины пьют чаще, чем вы думаете. Не легко открыть, как я. А большинство тайны. Ну и там коньяк. Желаю вам, вы человек простой, жалко с вами оставаться. Мне и самому уезжать не хочется. Так вы попросите, чтобы она осталась. Нет, теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно. Стрелялся, теперь, говорят, собирается меня на дуэль вызвать. А чего ради? Дурится, фыркает, проповедует новые формы, но ведь всем места хватит. И новым, и старым. Зачем толкаться? Ну, ревность. Ну, впрочем, это не мое дело. Это мое. А мой учитель-то не очень-то и умен. Но! Человек добрый и бедняк, и меня сильно любит. Его жалко, его старушку мать жалко. Ну-с, позвольте вам пожелать всего хорошего. Не поминайте лихо. Очень вам благодарна за ваше доброе расположение. Пишите же мне ваши книги. Только обязательно с автографом. Только не пишите там много, уважаемый. А просто так, как-то Марья. Родство не помнящий, неизвестно зачем, живущий на этом свете. Прощайте. Алло. Бе! Замолк ты лента, помыша! А ты брату! Что мог получить? Советовать нельзя. Мы с вами расстаемся, и я думаю, больше не увидимся. Пожалуйста, примите от меня этот маленький подарок. Я приказала вырезать на нем ваши инициалы, а на другой стороне название вашей книжки «Дни и ночи». Как грациозно. Прелестный подарок. Вспоминайте обо мне иногда. Я буду вспоминать вас. Я... Буду вспоминать вас, какой вы были в тот ясный день. Помните, неделю назад мы разговаривали. Еще тогда там была белая чайка. Да, чайка. Ой, сюда идут. Нам нельзя больше с вами говорить. Пожалуйста, перед отъездом дайте мне 2 минуты, Борис Алексеевич, умоляю вас. Право. Право, старик, осталось тут и дома. Тебе ли с твоими матерями? А это... Кто сейчас слышал отсюда? Не видно? Да. Пардон, мы помешали. Кажется, все уложила. Замучилась. Дни и ночи, страница 121, строки 11 и 12. Удачи. Кто за приказ укладывать? Да, они мне еще понадобятся. А книги раздай кому-нибудь. Слушай, страница... 121, строки 11 и 12. Что же может быть в этих строках? Здесь в доме есть мои книжки? Да.
У брата была шкатулка билетик. Угу. 13, 120, 130, 115. Так, Петруш, оставался бы ты дома, что ли? Вы уезжаете, и я поеду в город. В городе что ж? Особенного ничего, так себе. Будет закладка земского дома и все такое. Хочется очнуться от этой пескариной жизни, а то, знаешь, заряжался тут уже словно старый муштук. Я приказал лошадей подавать в час. В одно время и поедем. Ну, брат, оставайся тут, живи. Не скучай, не простуживайся. Береги сына! Сын я сама! Я вот увезу отсюда. Тригорина будет лучше. Мне кажется, что главной причиной была ревность. Ну, как тебе сказать? Были и другие причины. Понятное дело, человек молодой. Умные, а живут в деревне, в глуши, без денег, без положения, да и без будущего. Боится и стыдится своей праздности. Ты пойми, я Костю чрезвычайно люблю, и он ко мне привязан. Но все же ему думается, что он лишний в доме, что он охлебник. Переживал. Что ты хочешь? Денег у меня нет. Всегда нема! Всегда нема! Мне кажется, мы дала ему немного денег. Нема. А прежде всего ему нужно всегда одеться по-человечески. Он же ходит по дому тоже в сюртучке уже вот 3 года. И без пальто. Да и потом малому поразвлечься не мешало бы съездить за границу, а то это ведь недорого стоит. Нет, ну то, что я лучше могу за границу. Хотя в настоящее время я тоже не хочу. Не могу. Нет у меня денег! Нету денег у меня! Ты милая, добрая, я тебе верю. Да, есть! У меня деньги есть! Ты великодушная, я благородная женщина. Одни наряды мне разорили совсем. Да будь у меня деньги, я бы, понятное дело, сам ему дал. Но у меня ничего нет, ни пятачка. Всю мою пенсию забирает, управляющий тратит, черт знает на что. На коров, на пчел, на земледелие. И все мои деньги пропадают зря. Коровы дохнут эти... Пчелы тоже дохнут! Лошадей мне никогда не дают! Дал мне деньги, но я пись. Одни наряды разорели совсем! Ты благородная, ты... Ты великодушная женщина, я тебе верю. Я тебя очень уважаю. Ну что? Мне что-то... Мне нехорошо. Мне тоже. У меня что, голова. Что? 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 Да ну что? Да помогите уже кто-нибудь! Чего? Ничего, сейчас пройдет. Да ничего, сейчас пройдет. Да мне уже лучше! А вот знаете, есть такая загадка. Да не тяните вы! Утром на 4, полдень на 2, вечером на 3, а ночью на спине! Да! Да знаю я! Пойдем. Что? Да ставьте вы меня! Что вы делаете? Ну что за церемонии? Да мне уже лучше! Ему, мам, нездорово жить в деревне. Тоскует. А знаешь, мам, если бы ты, конечно, вдруг расщедрилась и дала ему немного денег, ну, чуть-чуть, 1000-1500 рублей, он тогда бы смог целый год
прожить год. У меня нет денег, я актриса, а не банкир. Мама. Мам. Мам, перемени мне повязку. Ты это хорошо делаешь. Вчера на кухне один приезжий спрашивает, какой ты национальности. Ну, почти все зажил. Сами пустяки оставь. Ты из меня не сделаешь больше чик-чик? Ну что ты, мама, это была минута безумного отчаяния. Такое больше никогда не повторится. Ой, мама, у тебя золотые руки. Помню в детстве, мама. Помнишь, когда ты служила на казенной сцене, я тогда еще совсем маленький. У нас во дворе была драка, и сильно побили жилицу прачку. Помнишь? Не помню. Ты все ходила к ней, мыла в корыте ее детей, лекарства приносила. Ну, мама, неужели ты не помнишь ничего? Это помню, помню. А две балерины тогда к нам приходили, кофе к тебе пить, а? Помнишь? Богомольные были такие. Вот мы сейчас, вот в эти самые дни. Я люблю тебя так же нежно и беззаветно, как в детстве. Кроме тебя теперь у меня никого не осталось. Сообщили, что я собираюсь вызвать его на дуэль. Благородство не помешало мне сыграть роль труса. Уезжай! Позорное бегство! Это что? Я его сама прошу уехать отсюда. Благороднейшая честь. Благороднейшая. Мы с тобой почти ссоримся за него. Он сейчас где-нибудь в саду или на террасе. Смеется над нами. Развивает Нину. Уважаю этого человека, и я прошу при мне не выражаться о нем дурно. Я не уважаю. Я не уважаю. Да я понимаю, ты вам, конечно, тоже хочешь, чтобы я считал его гением. Но прости, мама, я лгать не умею. От его произведения мне прийти. А это зависть. Людям не талантливым воспитателям ничего другого не остается, кроме как порицать настоящие таланты. Это утешение, когда мне нечего сказать. Настоящий талант? Настоящий талант? Настоящий талант! Я талантливый всех кое-то должен, а вы рутинеры! Вы захватили первенство в искусстве, и гнетете, и душите все остальное. Не признаю я вас, не признаю ни тебя, ни его. Декадент!
Мои вещи! Отправляйся в свой милый театр и играй там своих жалких и бездарных пьес. Я никогда не играла в таких пьесах, ты добежал голову лидер! В состоянии ты в киевке вещине! Скряга! Пережила! Скряга! Ничто! Скряга! Скряга! Ничтожество! Скряга! Ничтожество! 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 Не реви! Не реви! Не реви! Не надо! Ну не надо плакать, все! Все, не реви! Ну прости! Ну прости! Ну прости меня, твою грешную мать! Ну прости меня, несчастную! Прости, прости! Если бы ты снова я все потерял, пропали все надежды. Она меня не любит, я не могу больше писать. О, там обойдется, там обойдется. Она опять тебя полюбит, он уедет, она опять тебя полюбит. Все, мы простили, мы помирились, да? Мы помирились, мы помирились. Ну, помиритесь с ним. Не надо двери, ну не надо двери. Не надо, ну, не надо. Помирись. Хорошо. Да. Хорошо, все. Я пойду? Да. Ну, мы помирились, да? Да. Помирились. А? Повязку уже. Страница 121, строки 11 и 12. Вот. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Скоро мы хозяйство дадут. Я надеюсь, что у тебя уже все уложено, да? Да, да. Останемся еще на один день. Что? Останемся еще на один день! Не ври. Я понимаю, что тебя удерживаю тут, но имей над собой власть, да? Ты немного опьянел, отрезвись. Будь ты тоже трезва! Будь умна, рассудительна, умоляю тебя! Взгляни на все это, как истинный друг! Ты способ нажав! Но будь моим другом, отпусти меня! Ты что, так увлечен? Меня манит где-нибудь! Может, это то, что мне нужно! Любовь! Меня манит где-нибудь! Любовь! Провинциальные девочки, милые! Ну как ты молодцы настаиваешь? Бывает, люди спят на ходу. Так вот, я говорю с собой, там будто сплю, сплю, и вижу ее во сне. У меня владели сладкие, дивные мечты. Отпусти, отпусти меня. Не надо со мной так говорить. Не говори со мной, как я обыкновенная женщина. Не мучай меня, Борис, мне страшно. Нет, ты можешь быть необыкновенной. Любовь юная, прелестная, поэтическая. У нас здесь чем мир берет, на земле только она одна может дать счастье. Такой любви я не испытала еще. Молодость была некогда. Я его пару гравитации, боролся с нуждой, теперь вот же она наконец. Это любовь пришла, манит, какой же смысл бежать ее? Не пускай, не пускай, не пускай! Мы все сегодня сговорились, не хочет! Не понимает, не понимает, не хочет, потерял! Ай, безобразно, что со мной можно не стесняясь говорить о других женщинах. Ты обезумный, обезумный! Не понимает, милый, не понимает! Мой дивный, дивный мой, чудный! Ты последняя страница моей жизни. Ты, если ты покинешь меня, я не переживу, я сойду с ума. Ну, моя родность, моя гордость, мое блаженство. Ты хочешь безумно страдать, а я не хочу. Я не пущу, слышишь? Ты такой талантливый. Ты талантливый. Ты великий писатель. Ты лучший. Ты единственная надежда России! Тебе столько юмора, здоровой свежести! Ты не можешь писать так, что не можешь начинать без восторга! Ну, ты не покинешь меня! Ну, посмотри мне в глаза, ну что я похожа на лгунью, ну? Ну, похожа я на лгунью. Я одна тебе говорю правду, одна, я знаю тебя, я одна умею ценить тебя, одна,
Ты поедешь со мной, ты поедешь со мной, ты меня не покинешь, ты. Нет своей воли. У меня никогда не было своей воли. Вялый, рыхлый, всегда покорный. Неужели там уже нравится женщине? Бери меня, бери, но только не отпускай от себя ни на один шаг. Боже мой, если хочешь, можешь остаться. Ну, хочешь, можешь остаться, ты можешь приехать через неделю, я поеду. Давай, я поеду одна. Ты куда же ты, куда тебе? А куда тебе спешить? Куда? Нет уж, поедем вместе. Хорошо, вместе. Что? Утром слышал хорошее выражение. Девичий бор. Пригодится. Мой номер со слутком зависит от вами подадены. Пора уже ехать, Ирина Николаевна, пора. Ой, техник приходит у 2-5 лет. Он реально, Ирина Николаевна. А вы не запамятаете, а? Ирина Николаевна, не запамятаете, навесьте справочку. А где зараз актер Суздальцева? Тяжите здорово, разом пивали колисти. У ограбленной почте играл неподражайно. Ирина Николаевна, а ты им тогда я еще трагик Измайлов служил. Так само особо выдатное. А вы правильно не спешайтесь, 5 минут, если можно. Ты хочешь, одной мелодраме я выиграли с боксом. И вот треба было сказать, мы попали в западню, а Измайлов мы попали в запиндю. Запиндю.
В саду темно. Надо сказать, чтоб сломали в саду тот театр. А то стоит гулый, безобразный, как скелет. И занавеска от ветра хлопает. Когда я вчера проходил мимо, мне показалось, будто кто-то в нем плакал. Поедем, Маш, домой. Я здесь останусь ночевать. Поедем, Маш. Наш ребеночек, небось, голоден. Пустяки, Матрёна его покормит. Жалко. Уже третья ночь без матери. Скучно-то стало. Раньше бывало хоть пофилософствуешь. Теперь все ребенок домой, ребенок домой. Больше от тебя ничего не услышишь. Поедем, Маш. Уезжай сам. Твой отец не даст мне лошадь. Даст. Ты попроси, он даст. А пожалуй, попрошу. Значит, ты завтра приедешь? Ну, завтра. Что это, мама? Петр Николаевич просил постелить его у Кости. Ага. Старый, что малый. Ну, прощай, Маша. Прощайте, мамаша. Да ну иди с Богом. Прощайте, Константин Гаврилович. Никто и не думал, и не гадал, Костя, что из вас выйдет настоящий писатель. А вон и дети стали в журналы приходить. Милый Костя, хороший, будьте поласкали с моей Машенькой. Оставьте его, мама. Она у меня славненькая. Женщине Косте много не надо. Ты взгляни на нее поласково. По себе знай. Вот и рассердили. Надо было приставать. Жалко мне тебя, Машенька. Почему? Сердце мое за тебя переболело. Я ведь все вижу. Все понимаю. Глупости все. Безнадежная любовь — это только в романах. Пустяки. Не нужно на них распускать себя. Все чего-то ждать. Ждать и море погоды. Развелась сердце любовь. Надо ее вон. Вот обещали Семену перевод сделать. Другой уезд. Как уедем туда, все забуду. С корнем из сердца вырву. Костя играет. Тоскует бедный. Главное, мама перед глазами не видеть. Да. Только дали моему Семену перевод. А там все забуду. Вот поверьте, в один месяц. Пустяки все это. У меня теперь в доме шестеро. А мука 7 гривен в год. Вот тут и вертись. Вам легко смеяться. Денег у вас куры не клюют. Денег? За 30 лет практики, мой друг, спокойной практики, когда не принадлежал себе ни днем, ни ночью, мне удалось скопить всего лишь 2000, да и те я прожил недавно за границей. У меня ничего нет. Ты не уехал? Ну, что ж, никогда не дают ночи. А где сестра? Уехал на станцию встречать Григория, но скоро вернется. А скажите, доктор, а какой город за границей понравился вам более всего? Иерусалим. Да. А почему Иерусалим? Там превосходная уличная толпа. Когда вечером выходишь из отеля, то бывает, вся улица загружена народом. Движешься потом вместе с этой толпой без всякой цели туда-сюда по ломаной линии. Сживаешься с ней, сливаешься с ней психически и начинаешь верить, что, возможно, одна мировая душа. Вроде той, которая когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная. Кстати, где теперь Нина Заречная? Диана и как? Это просто длинная история. А вы покороче?
Был ребенок. Ребенок умер. 3 года разлюбил и вернулся к своим прежним привязанностям. Как и следовало ожидать. Личная жизнь Нины не удалась совершенно. Сцена еще хуже. Дебютировала под Москвой в дачном театре. Потом поехала в провинцию. Бралась за большие роли, но играла грубо, без вкуса. Завываниями и резкими жестами. Бывали моменты, когда талантливо вскрикивала, талантливо умирала, но это были только моменты. Талант, значит, все-таки есть. Понять было трудно, должно быть, есть. Потом, когда я уже приехал домой, получал от меня письма. Письма умные, теплые, интересные. Она не жаловалась, но я чувствовал, что она глубоко несчастна. Что ни строчка, то больной, натянутый нерв. И воображение немного расстроено. Она подписывалась чайкой. А у русалки Мельни говорит, что он ворон. Так она в письмах все повторяла, что она чайка. Теперь она здесь. То есть как здесь? В городе на постоялом дворе. Уже дней 5, как живет там. Я была ездил к ней, вот Мария Ильинична ездила, но она никого не принимает. А Семен Семенович уверяет, что вчера после обеда видел ее в 2 верстах отсюда. Да, я видел. Шла в ту сторону, к городу. Я поклонился, спросил, отчего не идет к нам в гости. Она сказала, что придет. Не придет, может. Отец и мальчики не хотят ее знать, и везде расставили сторожей, чтобы даже близко не подпускать ее к усадьбе. Вот так, доктор. Легко быть философом на бумаге. И очень трудно на деле. Лесно бывает девушка. Что-с? Прелестная, говорю, была девушка. Действительный статский советник Сорин был даже влюблен в нее. Старый ловелас. Кажется, наши приехали со станции. Скажите, поглядите, ну вы только поглядите. Ну вот, вот, ну все стареют. Вы ветрами-то под уплывом стихии, а вы же, Николаевна, такая же прыгажуня. Колочка, белограция, вот это грация. Вы все хотите сглазить меня. Скучный вы человек. Здравствуйте, Петр Николаевич, а вы все хвораете. Нехорошо. Нехорошо. Мария Ильинична. Узнали. Замужем? Давно. Счастливы? Ирина Николаевна говорила, что вы уже забыли старое и перестали гневаться. Борис Алексеевич привез свой новый рассказ. Пожалуйста. Вы очень любезны. Вам шлют поклон ваши почитатели. В Петербурге и в Москве вообще заинтересованы вами. И меня все спрашивают про вас. Спрашивают, какого, сколько лет, брюнет или блондин. Почему-то все думают, что вы уже не молоды. И никто не знает вашей настоящей фамилии, так как вы печатаетесь под псевдонимом. Вы таинственны, как железная маска. Надолго к нам? Нет, нет. Завтра же, думаю, в Москву надо. Тороплюсь кончить рассказ. И еще обещал кое-что дать сборник. Одним словом, старая история. Да. Погода встретила мне неласково, ветер жестокий. Завтра утром, думаю, если утихнет, отправлюсь на озеро удить рыбу. Да. И, кстати, нужно осмотреть еще сад и то место, где, помните, ставили вашу пьесу. У меня созрел мотив. Нужно только освежить в памяти место действия. Папа, позволь мужу взять лошадь, ему домой нужно. Ай, заладили, а? Тому коня. Ну, гоняли зараз на старту, не гонять снова. Есть же и другие лошади. С вами связываться. Маш, я пешком пойду, правда. Что в такую погоду? А ты всего ведь только 6 верст. Прощай, Маш. Прощайте, мамаша. Я бы никого не беспокоил. Ну, да вот только ребеночек. Прощайте. Иди, генерал, дойдешь. Ох, когда наступают эти скучные осенние вечера, здесь играют в лото.
Ну, это старинная игра, в которой играла еще моя покойная мать, когда мы были детьми. Она, конечно, скучная, но если привыкнуть, очень-то ничего. Давайте сыграем игру. Костя, ты с нами? Нет, мам, я, пожалуй, пройдусь. Ставка, гривник. Доктор, а поставьте за меня. Все поставили. Я начинаю с 22. Есть. 3. Поставили 3. Как меня принимали в Харькове? Я до сих пор голова кружится. Студенты Аббаса устроили 3 корзины, 2 венка и бонус, 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 бонус. Мочка, это речь! 50. Ровно 50. Ровно. Петруша, тебе там скучно? А он спит. Спит действительно старший советник. 77. Костя играет, тоскует бедный. В газетах бронять я твой ведьми. Одиннадцать. Охота обращать внимание. Ему не везет, что никак не может попасть в свой настоящий тон. Что-то странное, неопределенное, порой даже похожее на бред. Ни одного живого лица. 28. А Илья Константин говорит, что-то есть. Что-то в нем есть. Он мыслит образами. Рассказ его красочный, яркий, я сильно не чувствую. Жаль только, что он не имеет определенных задач, создает впечатление и все, но одно только впечатление легко не имеет. Если бы я жил в такой усадьбе у озера, то разве стал бы я писать? Я бы поборол себе эту страсть, только я делал бы, что удил рыбу. 26! Поймать ерша и лёпля, это же такое блаженство, господа! Юрий Николаевна, правда, что ваш сын писатель? А представьте, я еще не читал. Борис Алексеевич, у нас застрелась и ваша речь. Какая? А, памятаете, Константин Гаврилович пострелил чайку, а вы загадали зробить с яе путило? Не помню, не помню. 66, 1, 80.